Здравствуйте, виноградари! Прошлой осенью я показал, как я укрывал на зиму PET-бутылкой саженцы винограда. Многим показалось, что это не очень надежное укрытие. Вот я сейчас хочу показать вам результаты такого укрытия. Пройдусь по своим саженцам, и вот первый из них. Смотрите, здесь сколько побегов. Естественно, я часть из них уже, наверное, завтра буду удалять, оставлять только те, которые мне нужны. Ну, вот такой результат. Это значит первый из того, что я хочу вам показать. Вот второй мой саженец. Здесь, смотрите, 1, 2, 3, 4. Все 4 почки, которые я оставлял, все пошли в рост. Вот уже такие побеги. Этому саженцу второй год. Вот в таком он состоянии. Третий саженец. Вот тоже такое состояние. Почек для дальнейшей формировки и побегов мне вполне хватит. Единственное, вот хочу заметить, посмотрите, сухая лунка. Я еще не производил полив. И надеюсь, что тоже в ближайшие пару дней проведу первый полив, причем с добавлением небольшого количества удобрений. Я надеюсь, что 16 грамм азота и где-то в районе калия и фосфора по 40 грамм вполне будет достаточно. То есть я проведу полив вместе с удобрением одновременно. Вот следующий мой саженец. Тоже посмотрите, 1, 2, 3, 4 почечки для дальнейшей формировки куста мне вполне достаточно. Это я вам показываю результаты перезимовки саженцев под PET-бутылкой. Следующий саженец. Здесь тоже вот такое количество. Там даже внизу почечки какие-то распускаются. Верхние уже довольно мощные побеги. Смотрим дальше. Это были двухлетние саженцы. Вот однолетний саженец тоже зимовал под PET-бутылкой, а сверху был укрытым слоем, небольшим слоем земли. Вот такое его состояние. Почки пошли в рост основные. Поэтому все пока хорошо. Вот такой небольшой обзорчик. Вот такие результаты перезимовки. Для всех тех, кто сомневался в надежности такого укрытия, добавлю еще то, что сорта у меня старые. Ризомат в основном, который выдерживает не более, почки выдерживают не более 15 градусов зимой. Тем не менее, довольно хорошая перезимовка. Если у вас сорта более современные, у которых морозостойкость больше 20 градусов, я надеюсь, что перезимовка будет тоже успешной. На этом заканчиваю небольшое видео. До скорой встречи. До свидания на моем канале.